Здравствуйте, на канале Сельские будни. Вот и поехал проверять капканчики. Погодка там стояла, метели, потом вот тут два дня морозы стояли по тридцатку. Сегодня утром вышел, потеплело, как бы 10 градусов, и снег пошел. Ну, в поле метет, захолустье заехало, здесь тихо. Вот еду проверять капканчики. Так что смотрим, что попало, покажем. Снежок идет. Ну, так погодка сейчас нормальная, не холодная. Ну, проехал капканчик проверять, так стоит все пусто. Так, иду проверять капканчик. Капканчик на куницу стоит. След куницы видел, он рядом был. Сейчас посмотрим, что на как мою приманку унюхал, у него унюхал. Тут прямо след был. Куницы. Нету. Странно. Приманка все есть. А куница вообще пробегала тут где-то рядом. Странно. Я себе верхом ушла еще ли? Вот след пропрыгал кто-то. Яшик тут же висит. Непонятно, что такое. Прямо возле ящика. Вот подхожу к капкану. И что-то вижу, я тут куница валяется. Похоже, тросик оборвался, что ли. Да. Вон люди подходили, похоже, не тронули, то есть всех со сторон подходили. Почему тросик оборвался, непонятно. Ну, наверное, перегнил этот, как он называется, полевой кабель. Вот полевик оторвался. Похоже, наверное, тут сразу попалось. Билось немного, и вот и следов не видно свежих-то. Когда она пришла, тут непонятно. Вот. Так она тут целая, нет хоть. То опять начнет толстовый сынок выполтать еще что-нибудь. Поймал за шею аккуратно. Сейчас достану тут ее. Посмотрю, что такое. Это, конечно, хорошо, но лишь бы куница была целая. Все нормально. Сейчас капкан, из капкана достану, посмотрю, что тут случилось. Вот поставил другой капкан. Тот, возможно, нет, задавил там шею и врезался. Вот стояли вот на такой полевик. Раньше стоял капканы. Там медные жилки и остальные. Похоже, переломился и прогнил. Она дернулась и оторвалась. Вот тут валялась. Вот лисами все кругом избегано, но лисами. Вот подходили рядом, но не подошли. Капканы все равно боятся него. Так что пока у меня не было случая, чтобы лисы куницу утащили. Вот сейчас я помажем эту штуку сейчас струей и поедем дальше проверять. Вот такие дела. Значит, куница пообедала и ушла.
Только птички тут бегают, вот все. Куница ушла. Да, я уж надеялся, что тут 100% будет куница. Ушла куничка. Ну что же делать? Ну что придет. Все равно, если бывал, то кто придет. Сейчас мясо у меня есть, еще добавлю мясо, там кусочек отрублю. Будем ждать все равно, потому что еще нигде она не попадет никому, так она придет. Иду проверять капкан, тут стоит на корне плоды. Вот здесь вот уже пошла неделя. Морозы были сильные, простыл здорово. Нифига себе. Ладно, будем сейчас выдалбить, посмотрим, что попал, сработал, не сработал. Дело такое, капкан сработанный, но никого нету. Кто там что шип его, не знаю. Я вроде не должен быть шибить его, когда выдавливал. Так что кто-то вроде шип, может рыбина какая, может. Арендатор попробовал грызть, может он. Капкан сработанный. Никого нет. Вот такие вот дела. Ладно, что поставлю снова. Пусть повисит, посмотрим, что будет. Пусть вот на днях отвечает вот теперь. Вот бобры зашевелятся. Так вот, ладно. Ставим снова. Вот такие вот дела. Проехал, проверил капканчики. Вот тут капкан и подъехал. Ничего нету. Куница где-то тут не проходила. Так что вот такая проверка у меня получилась. Немного поснимал. Попала одна куничка. Так что тросик оборвался там, проволока. Я думал, подхожу, думал, что-то все разорвало на куницу, думаю, лежит внизу. Нет, подошел, лежит все целое. Так что эти шнур, там как бы этот полевик, ну это телефонный, где был сделан, то, что привязывал, просто, похоже, переломился и ржавел, может, все. Куница дернулась, он, ну сколько-то дергалось, все равно, и он оборвался. Лиса подходила кругом, походила, но хорошо, что не утащила. Так что на бобра, как сказать, опровергнут, не знаю, капкан сработанный, никого нет. Может там и бобра нету, ну не знаю, оставилось, что снова поставил, буду надеяться, что может еще попадет. Так что, интересно, боли ничего нет. Поснимал, погода у нас сейчас в поле-то метет, слышно, ветер, наверное, шумит. Захолустье-то хорошо, в кустах там тихо, тепло как-то стало, а в поле метет неплохо. Так что ладно, спасибо, кто смотрел, кто не подписался, подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки, поддерживаем канал «Сельские будни». Всем пока, до новых встреч.